Всем привет! С вами Нидерамас, мы продолжаем проходить Alone in the Dark за Эйлин. Так, я не могу скинуться отсюда. Геймор. Нет? Ну и ладно, пойдем пешком. Так, мы вроде как в мир теней вошли. Что нам здесь делать надо, неизвестно. Информация. О, кристалл. Я тебя вижу. Эйлин. Ты даже не представляешь, как я рада слышать твой голос. Эйлин, мне приснился такой странный сон. Это первый раз, когда я вообще могу вспомнить свой сон. Значит, ты пошел на поправку. Где ты? На скальном выступе в метре от бездонной пропасти. Ты везунчик. В любом случае, до восхода солнца нам нужно забрать у Алана статуэтку. И Дэншоу рассказал мне, что вода из источников обладает целебными свойствами. Хоть одна хорошая новость. Я обещаю тебе, мы справимся. Еще бы мы не справились. Так, зарядное устройство. Это удлиняет пушки, я так полагаю. Там личка, отличка. О, здорово, кристалл. Взял, исполнялся. Красавчик. Так, это похоже на то место, где я за Карнби был в свое время. Попробую сюда сходить. По-моему, Карнби отсюда приходил. Не нравится, да? Фига себе, вы быстро респаунитесь, мужики, вы чё? Одумайтесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а где заряд устройства? Понятно, неизвестно где. Ту-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ду-ту-ду. А. Ну, я помню, я вот здесь за Карной бегал тогда. Но, по-моему, эти чудики так быстро не респаунили здесь. Так, откуда? А, понятно. Туда мы никак не попадаем. Ту-ту-ду-ту-ду. Ту-ту-ту-ду-ту-ду. Ушёл. Кристалл. Готов. Я не знаю, куда ему не идти надо. Ну. Чего, серьезно? Или это не то? А нет, это не то место. Ой, кстати, она работает сразу, может работать на две цели. Вероятно. Абканцы построили крепость на краю бездны. Замечательно. Сдох. Надо было взять кристалл после этого. Да, кристаллы, конечно, быстро возрождаются. Правда, как и монстры. Где они возрождаются? И неудачник. О, лестница.
По лестнице не смогу добраться до крепости. Так, ну раз Эллин забралась сюда, значит мне надо сюда. Ты чё ещё не отрендерилась, а уже на меня нападаешь? Собака бешеная. Причём реально собака и реально бешеная. Так. Смотрим сначала место. Ну да, всё-таки недостатка с боезапасом тут явно нет. Особенно под конец. Где просто кристаллы на каждом шагу. А, вот зарядное устройство. Тьфу, нашёл, наконец-то. Так это у меня... это я здесь. Так, вот здесь уж. Отвалился от меня. Так. Мне, пожалуйста, вот, на другой экран. Загрузить. О, что такое? Здесь я, по-моему, за Карнби все-таки уже не был. Видимо, Карнби пошел другим путем. Мне, видимо, внутрь этого строения надо залезть, да? Да, Эллин? Или нет? Эллин? Давай спустимся, конечно. Может быть, мне туда позже надо? Где вы? Собаки, я же вас слышу. Еще один какой-то типа ритуальный круг или что это? Кстати говоря, у Эли нет, я так понимаю, вот этой бесконечной аптечки с помощью воды. Так, давайте полезем наверх. Что нас ждет наверх? Кроме вот этого кристалла. Видимо, нам сюда. Так, ладно. Идем дальше. Я не понимаю, где мы. Видимо, нам действительно просто надо идти дальше, 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 дальше и дальше. Но это места уже все-таки совершенно другие. Аватар в виде пирамиды, покрытой апканскими символами. У этой пирамиды отсечена вершина. Но мало ли, вдруг. Здрасте. Подождите. Это какой-то ритуал. Так, раз, два, три, четыре. Видимо, здесь должен Пидершоу проводить свой ритуал. Эй, что произошло? Давайте все попробуем. Это не работает. Опа, это что такое?
каменная печать. Семь великих богов света, сыновья далеких звезд, надеялись в конце их долгого пути найти свой рай, чтобы покой там обрести. И выбор пал на землю, что путников пленило своим прозрачным океаном, высокими горами, гремучими лесами и равнинами, что нет им края. В те времена, которых человечество еще не знало, планеты правили лишь твари тьмы, и боги света отважились вступить в сражение. Первым в бой пошел Гемикл, бог звездного сияния. Своей силой молний преследовал он тех созданий, что мрак и боль посеяли по всей планете. Нет, я хотел... Так, это... В виде бычьей головы. А, я понял. Я вот так вот делаю. И... Да, дырка меняется. Каменная печать. Твари тени и тьмы укрылись в горах. Тогда гелиопаны, излучение бог, на небе сотни солнц сожег, чтобы небо земли полыхало. Яркие солнца моря осушали, твари призрачные с гор бежали, чтобы укрыться в спасительной тени деревьев. Гелиопана потушил свет солнца, и дождь пошел, прекращавшийся тысячелетия. Так, я, в общем, двигаю эту дырку в стене. Каменный печать. Антикуальт, бог природного света, вступил в сражение вслед за братом. Снопы света во тьму он пускал своим щитом, и демонов пугал. Зажглись долины тысячи пожаров, а небеса окрасились в кровавый цвет, а реки походили на огромных красных змеев. Но твари ночи скрылись в чаще леса. Ну что, надо будет их как-то еще и поставить в правильный порядок? О, будет жесть. Каменная печать. Когда антикольта пожары угасли, вступил в бой Ауфенос, бог ужасающего света. Он взял огромный лук и руку положил на свой колчан из хрусталя. Подумал солнечным лучам десятки тысяч стрел метал, и демонов, укрывшихся в пещерах, он пугал. Но не сумел он истребить всех теней, они лишь глубже заползли в пещеры. Каменная печать. Посовещались боги и решили, что в бой пойдет Гилгамеш, бог Верховного Света. Серебряным копьем пронзил он небо, забрался на вершину облаков и меч свой погрузил в светило сердце. Растопленный клинок упал на землю, заполнил светом каждый уголок. И в бездну отправились твари ночные, все глубже и глубже прячась от света. Мелакант, бог ослепительного света, берет свой меч из золота в руки и сеет страх среди врагов, что скрылись глубоко внизу. Но боги обессилели от вечного конфликта. Хикатанкирос, бог животворящего света, принес на планету хранителей расу, людей, присматривать за демонами, которых заточили боги в кромешной тьме в норе глубокой. Затем покинули нас боги, оставив на планете своих созданий одиноких. И чё? Ну, кстати, у меня 6 всего. Может быть, мне сюда сейчас и не надо? Так, раз, два, три. Так, стоп. Тут 7 направлений. А кнопок 6, кстати. Или стоп. Нет, кнопка 7. Так, а я вот здесь, кстати, кнопку не нажал-то вроде, да?
А, нет, нажал. Так, ладно, давайте еще раз по кругу пройдемся. А, стоп, все правильно. 6 я нашел, а седьмая кнопка — это выход. Да, вот же 7. Так, а что мне с этим делать дальше? Непонятно. Ну да ладно. Так, а где? Может быть, все-таки туда мне надо? Потому что эта лестница на карте указана, которая здесь стоит. Поэтому вполне возможно, что мне, может быть, нужно в нее пойти. По лестнице мы поднимаемся. И давай, Эллин, давай зайдем в эту дырку. Так, ну почему я не могу туда спуститься? Эллин, давай, давай спускаться. Смотрит, не хочет. Как так? Давайте попробуем сохраниться. Может быть, нужно будет сейчас переиграть. Что я не знаю, с чем может быть связано, что я не могу туда зайти. Возможно, просто неправильно как-то отрисовалось, и там на самом деле закрыто еще. Серьезно, что? Сдох отсюда. Так, здесь нет ничего. Может, это все-таки что-то. И здесь ничего нет. Сто процентов отлично. Ладно. Раз так произошло, давайте я загляну в прохождение, посмотрю. Должно быть тут можно... То есть я вот прочистил, про эту лестницу гляну. То мне интересно, что с ней не так. Так, эта лестница мне нужна. Что самое печальное. Почему я не могу в нее зайти? Вот что мне интересно. Так, это не та лестница. Может быть, тут просто хитбокс или где-то кривой. Вообще... Так. Вот
где-то здесь она по карте показана. Давай, спустись. Какого хрена? Непонятно. Так, давайте попробуем перезагрузиться. Я вот сохранился. Вот, собаки, давайте, идите, ешьте меня. Конечно, долго вас ждать. Пока вы все-таки соизволите меня съесть. Хотя не так долго. Может быть, что-то я сейчас перезапущу этим самым. Очень бы хотелось в это верить. Но это та же лестница, да? Сейчас там почему-то желтый свет идет из нее. Какого черта? Спустись же ты. Ладно, давайте мы на этом закончим данную серию. Я постараюсь что-то сделать с этой лестницей. Как-то постараюсь туда проникнуть. На этом я благодарю всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.